Добрый день, дорогие друзья, станция метро Ольховая. А это значит, коты, путешественники собрались погулять по Москве. Алла, у меня есть предложение. Давай раскроем нашим зрителям правду. Мы все поставили с ног на голову, а надо вернуть обратно. Согласна? Итак, кто в нашей семье всегда выступает за путешествие, а кто выступает за то, чтобы поесть и выпить? Люди начинают думать, что кот, Володюшка, любит поесть, не любит путешествовать. А ведь на самом деле все наоборот. Все инициативы поесть, выпить исходят от Аллы. А потом говорит, худеть хочу, да. Сегодня, так как ты долго собирался, ты так. Поэтому до еды мы можем и не доехать. Ну это чья вина? Я-то к еде отношусь отрицательно. А ты вот поесть да выпить. А у меня что? У меня музеи. У меня музеи и путешествия. Давай скажем правду людям. А что мы все время врем? Договорились? Говорим правду. Все, пошли, давай. Итак, метро Ольховая. 1 февраля. Путешествие начинается. Метро Университет. Загадка. Куда мы едем? Я бы, знаешь, куда хотел? Подняться на самый верх МГУ и оттуда сверху на Москву посмотреть. Но кто нас туда пустит? А вдруг кто у нас из зрителей есть руководящий, да? Руководящий состав МГУ. У кого ключи есть, да. Хотелось бы. Да? Но сейчас мы идем в другое место. Куда? Еще не знаем. Алла, судя по тому, что мы приехали к метро Университет, наверное, здесь находится какое-то кафе или столовая, которое ты любишь покушать. Так? Нет. Не угадал. Нужно еще до этого доехать, через Москву. И есть такой... все же мы кушать идем. Вот, ребята, вот заметьте, не я это сказал. Нет, но многие говорят, вот тяжело в Москве передвигаться, нужно экскурсии брать, а можно просто сесть на трамвай. Так. Номер 39. Ну, к примеру. Университете. Можно на любой сесть. Но лучше на 39. Не обязательно. И тогда вы доедете. Вот какой идет, смотри. Это 26. 26. Давай поговорим о трамваях. Итак, тебе нравятся трамваи? Трамваи нравятся. А чем они тебе нравятся? Они плавно идут. Так. Большие окна. Садишься, едешь, на все смотришь. А что тебе больше нравится, трамвай или автобус? Трамвай, наверное. Трамвай? Во-первых, они такие красивые. Смотри, какой. Идет тихо, плавно, а? Окна большие. А ты знаешь, что жители домов, которые живут возле трамвайной линии, с тобой не согласятся? Согласятся. Видишь, он тихий. Это было раньше. Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Это были раньше такие трамваи. А мне как раз трамваи нравились, вот, ну, по крайней мере, раньше, когда я на них ездил, именно за этот дзынь-дзынь-дзынь. Мне очень нравились. Я всегда хотел прокатиться на трамвае из-за дзынь-дзынь-дзынь. Но я соглашусь с людьми, которые живут в этих домах рядом. Для них это целая проблема. Тем более трамвай почти всю ночь ходит. И, соответственно, вот этот дзынь-дзынь не дает спать. Алла, как ты думаешь, в каком году появились первые трамваи в Москве? Ой, это было в конце, наверное, 19 века. Как ты всегда любишь говорить.
Ну давай скажем конкретно. Электрические трамваи появились в 1899 году. А месяц? Месяц где-то апрель-март. Вот так вот. Ну, правильно. Правильно. Молодец, да. Нас еще не подошел. Нет. А мы сейчас с тобой будем. Да, мы все. А в трамвае тяжело рассказывать. Но ведь существовал еще другой трамвай, который 30 лет ходил. Ну да. Даже больше. Да. Ну да, 30 лет примерно ходил до электрического. И как он назывался? Ну. Лошади его везли его. Так, а назывался как? Ну, повозка, наверное. Неправильно. Нет, сейчас эти, ну как-то я уже забыла, как он называется. Конка. Конка, да. Конка. Тот же самый вагон трамвай, но у него был не электрический двигатель, а впереди были две или четыре лошади, которые тянули вагон по таким же вот рельсам. И когда появился такой трамвай, как ты думаешь? Ну, это вообще появился в 1870-е годы. Правильно. Вот. В 1872 году. Ой, вот, видишь, угадала. Первые конки появились. А почему так называется трамвай, ты знаешь? Ну, я думаю, наверняка какое-то английское слово взяли. Да. Английское. Трам. Это, по всей видимости, какой-то типа вагон помещения. Да. А вай это дорога, да, путь. Да, путь. Итак, дорогие друзья, первый фильм сегодняшних Котобудней 1 февраля. Будет посвящен трамваям города Москвы. Нет, просто некоторые говорят, что вот как можно экскурсию организовать. Можно самим все организовать, почитать все в интернете. Котам обратиться, они все сделают. И ездить по Москве и кататься, и любоваться. Особенно в такую погоду, как сейчас. Да. Ходить тяжело, мокрый снег, скользко. Да и холодно, зябко. А сел в трамвайчик. И смотришь по сторонам, и наслаждаешься. И мы надеемся доехать до чистых прудов. Ну давай, попробуем. Вот, кажется, наш трамвай собирается. Итак, время. Ушло время, жалко. 15:17, по-моему, было. Маршрут номер 39. 1 февраля. Ребята, всего месяц, и будет март. Месяц нас, котов. Все, поехали. Когда мы последний раз на трамвае с тобой катались? В Иркутске. В Иркутске? Мне кажется, после этого еще было. Ну да. Очень интересный Дарвинский музей. Кто не был, рекомендуем. Особенно интересно с ребятишками.
это маленький офис Сбербанка. Проехали Донской монастырь. Мы сюда решили приехать весной. Ну, может быть, в апреле-мае. Одна из шоховских башен, самая высокая, которая называется Шабловская. Шабловка, да. Раньше это была телевышка. Даниловский рынок. В основном в Москве ходят сейчас современные трамваи, на которые мы едем. Но есть еще остались вот такие очень маленькие, симпатичные, милые, да. Данилов монастырь. Знаете, какое наблюдение у меня? Давно на трамваях не ездил. Сейчас же в трамвай зайти можно без всяких контроля доступа, как в метро. И вот ради интереса понаблюдал, только один человек из 10 прислоняет карточку, то есть оплачивает проезд. Остальные заходят все просто так. Бессовестные товарищи, я вам скажу. Я больше люблю вот такую Москву. Но это все ушло в прошлое. Патио, любовь и борщ. Как все взаимосвязано в этом мире? Вот так вот едешь, кто хочет, выходит. Хочешь в монастырь посмотреть? Меняем нашу машину трамвай. Да. Хочешь в монастырь, хочешь в кафе выйдешь, посмотришь, хочешь на рынок, хочешь особняки. Хочешь на рынок? На рынок там тоже очень интересно. Опять хочешь кушать?
Яла опять голодна. Все, Новый год уходит от нас. Впереди весна. Станция метро «Чистые пруды» – это конечная для нас на 39-м трамвае. Ну, а для кого-то начальная, кто на 39-м трамвае хочет прокатиться в сторону метро «Университет». Коротко подводим итоги. Интересно, любопытно, здорово, очаровательно. Лучше ехать в теплое время года. Лучше ехать, например, в теплое время и когда дождь на улице, да? Ну, вроде дождь, а ты гуляешь по Москве. Ну, это, наверное, самый экскурсионный маршрут, я считаю. Ну, один из. Да. Вообще, на любой трамвай сел, особенно если ты пенсионер, и тебе все бесплатно. Да. Итак, дорогие друзья, мы отправляемся дальше. А вы не уходите далеко. Наша прогулка по Москве сегодня... Продолжается. Продолжается. Александр Сергеевич Грибоедов прожил очень короткую, но яркую жизнь. Многие его знают как писателя, но не забывайте, что он был еще и дипломатом. И очень много, кстати, сделал для России на этом пути, несмотря на короткую жизнь. Недавно совсем мы были в Тбилиси на его могиле. Где почтили его память. Он там похоронен вместе со своей супругой. Мы идем по Бульварному кольцу. Наверное, это одно из самых любимых для меня лично. Потому что здесь много зелени, много парков. И вообще очень-очень красиво. Кто желает погулять по Москве, есть время свободное. Всегда рекомендую Бульварное кольцо. Абай Кунанбаев, казахский поэт. Алла, прочитай нам что-нибудь из Абая Кунанбаева. Ты говорила, знаешь его поэму наизусть. Не подготовилась? Нет, не подготовилась. Ну, в следующий раз тогда подготовься. Обязательно, Алла. Мы пришли на знаменитые Поганые пруды. Да-да, именно так они раньше назывались. Вы не ослышались. Так они когда-то назывались. Рядом же улица Мясницкая недалеко. Да. И здесь... Стояли запахи, мама, не горюй. И все Но... сливалось в эту канаву. Здесь было, кстати, несколько раньше прудов, целый каскад. Сейчас вот остался один пруд. И по велению какого-то там... Нет, Петр Первый подарил это Петр Первый? Александру Меньшикову. Да. И он Нет. решил здесь все очистить. А, именно Меньшиков, да? Да, да, вот. Да. Алла лучше знает. Меньшиков, да, дал команду, и пруды все вычистили, сделали их чистыми. Чистыми. Да. И назвали чистыми. И это стало излюбленным местом москвичей. Здесь все стали гулять, прогуливаться. Замечательное место для прогулок. Я любила сюда приходить из-за театра «Современник». Любила я раньше «Современник». Как раз напротив нас. Это театр «Современник», ребята.
Театр «Современник» напротив горит. Алла зовет меня в этот ресторан, но пенсия у нас будет только через неделю, да, Алла? Я тебя не в этот ресторан звала. Не в этот? Мы уже туда не дойдем, я чувствую. А давай посмотрим цены, интересно же. Алла в последнее время оценивает по супам. Ну давайте я скажу, суп. Алла, борщ 550. Крем-суп из тыквы 470, израильский куриный 550, ну, и том-ян, так же, как и везде, том-ян с рисом 670. Десерты. Шатер. Ой, яблочный штрудель, мы можем себе позволить 470 рублей, Наполеон 530. В советские времена здесь всегда был большой каток городской. Да, по-моему, даже не только в советские, и в царские времена, но что-то сейчас... Не похоже на каток. Все снегом занесло. Дом со зверями. Сказочные звери построены в начале 20 века. И раньше это был доходный дом церкви Троицы на Грязех. Вот такая вот, такой вот любопытный дом. Кофейня «Булка». Вообще мы запланировали другое мероприятие, другой поход, но туда мы не успеваем, потому что у нас вечером третье мероприятие. Поэтому зайдем в «Булку». До того, чего хотели, не дошли. Сил не хватило. Времени просто не хватило. Сил-то у нас, ого. Нам же еще нужно, мы же не за этим пришли. У нас же самые основные еще впереди. То есть, я правильно понял, что мы не кушать пришли? Нет, мы не кушать пришли. Я думал, как обычно. Нет, у нас впереди лекция. Да, поэтому сейчас кофе. Вот так доживешь до пенсии и ходишь по лекциям? Да. Кошмар. Какой кошмар? Ты меня же угостишь своим Наполеоном? Нет. Нет. Наполеон мой. Ну что вам сказать про «Булку»? Попили кофе, съели по пирожному. Кофе на 3 балла, пирожные на 4 балла. Вывод делайте сами. На Бульварном кольце вот такой дворец стоит. По карте смотрю, не могу понять, что это такое. Не могу понять. Может, кто знает? Очень красивое здание. Здание, которое высокое за этим особняком. Высшая школа юриспруденции. Возможно, связано между собой. Во многих фильмах советских принимают участие эти ворота. Кто напишет название, тому приз.